Здравствуйте, в эфире новости погоды. Расскажу о них я, Ольга Гайдабура. Спонсор метеовыпуска – сеть магазинов «Брик-центр». Таким подаркам будут рады и взрослые, и малыши. Игрушки и головоломки, конструкторы и карандаши. Мы так хотим подарки эти. «Брик-центр» рекомендуют дети. «Брик-центр» – пожалуй, лучшее решение. В воскресенье 17 декабря, по прогнозам синоптиков, в набережных Челнах небольшой снег. Температура воздуха минус 12 градусов, ночью минус 10. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Отличного настроения. Оставайтесь на нашем телеканале.